Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самоель. Это очередная, вроде бы 15 или 16 серия третьего индустриального летсплея. И мы продолжаем заниматься техникой индустриализации. Это следы моего провала. Дизель-генераторы прекрасны на вид, я уверен, довольно эффективны, но, к сожалению, они работают только на чистом дизельном топливе, которое производится в дистилляционной башне. А ту бодягу, которую я начал гнать за кадром, они никоим образом не принимают. Система эта довольно интересная. Нефть производится из ниоткуда. Точнее, это длинная труба до нефтяного месторождения, которая, собственно, вот как-то так получается. 225 ведер уже нашей желтовато-зеленоватой бодяги. Здесь стержни работают. Вот эти движки супермощные с платами, но платы оказались очень энергопрожорливыми, поэтому пришлось выключить эти двигатели. Также у нас осталось 13 алмазов, и я хочу использовать их все. Впоследствии починить алмазную дырку и разобрать ее на алмазы тоже. Конечно же, большую часть времени я находился здесь АФК, так что опять-таки peaceful режим включен. Давайте я дождусь, когда все-таки солнце сядет за горизонтом. Блин, уже вечер. Ну охренеть, а. Монстры рядом. Там на самом деле внизу монстров просто дохрена. Потому что подвал я все-таки выкопал с помощью черепахи. А осветить не особо осветил. Иди сюда, мелкий. Ничего себе, в полной кольчужной броньке. Она только мне не подойдет, наверное. Не по размеру как-то. Одиннадцать, на тебе. Я же хитрый, я сверху бью. Все, получи. Ладно, мы убили врага. Где у меня тут... Где-то здесь был хлеб. Ну что ж. Что изменилось за кадром? Во-первых, вот эта труба идет от помпы и, собственно... Вроде бы все понятно. С этой трубой. О, Нобель дрон. Так, здесь пусть будет Common. Оставим Нобеля. Здесь культивейтеды у нас чистые. Должны быть. Ну да, два культивейтеда, если они даже гибриды, мы их скорее всего получаем культивированную. Так, где мой? Мой сумка. Здесь много всяких разных странных довольно-таки пчел. Также я, правда, еще в прошлой серии, перед прошлой серией построил домик на вон той верхотуре на двух секвоях. Произведение упоротого инженерного искусства — это просто домик. Там это реально просто домик, в котором у меня лежат книги из Мисткрафта. И что у нас тут? Прекрасно. Титан, водород. Как он пишется-то? Гидроген. А, вот он. Водород. Что из него можно делать? В центрифуге, в химическом реакторе, в экстракторе, в центрифуге. А жечь-то как его можно? Вот она, маленькая газовая
Турбина. Ой, да вы офигели, что ли? Да, не хочу заниматься там подобными вещами. Мне-то нужно всего 8 маленьких кусочков титановой пыли. Даблин для карьера. Я опять потрачу свой бур на карьер. Потому что, ну, серьезно, с одним карьером даже какие-то проблемы. Ну, я думаю, наибольшего продвижения я достиг в Мисткрафте. И вот столько разных страниц. Причем среди них есть очень-очень полезные. И благодаря этому я создал несколько миров. Кажется, 3 или 4 у меня получились удачными, которые вполне можно использовать для более удобной добычи ресурсов. Вот турбинные. Все, у нас есть достаточно титана. Мы выключаем электролизеры. Электролизер, потому что он много энергии кушает. И запускаем доменную печь. Титан делается долго. Здесь непонятно, что. Сколько конкретно. Вот здесь турбины, конечно. Это тоже идея интересная. Большая. Большая паровая, наверное. Да нет, титан делается довольно быстро. Итак, Мисткрафт миры. У меня получилось зомби сам догорит. Да, у меня получилось 3 нормальных Мисткрафт мира. Причем каждый из них, ну, чуть-чуть дисбалансный. Этот мир. В нем есть большое количество руды адского кварца в виде таких тендрилов, корней в воздухе. Дальше, этот мир, насколько я помню, является горным биомом, горным биомом без дождя, что очень важно. А вот этот у нас биом ада, Hell Biome. Ну, давайте посмотрим, зайдем вот сюда. Да, это нормальный, как, не знаю, подходит ли слово нормальный к вот такому. Горный биом. Здесь есть библиотека, которую я уже, понятное дело, обчистил. Апатиты. Что я их вначале не заметил. Шанс генерации есть в камне, а платформа такая же естественная сгенерирующаяся структура. Ну и возвращают они меня сюда. То есть не очень удобно. Может быть, потом разобраться. Ладно, это не столь важно сейчас. Сейчас нам нужен титан, титановые пластины есть. Нам нужны промышленные алмазы. Так, если же вспомнить. Давайте сделаем сколько их? Ну, 500 давайте. Промышленных алмазов много не бывает. Полстака. Теперь отправляем их в компрессор. А, еще какой-то мир, там очень много светопыли. Да-да, адский мир с огромным просто количеством светопыли. Конечно, в виде светопыли ее мне не больно много надо для микросхем. А вот зато в центрифуге перерабатывать ее в золото и гели — это довольно-таки выгодный процесс. Так, давайте посмотрим, как у нас тут дела с титаном. О, прекрасно, титан доделался, можно снова запускать электролизер, потому что, ну, не последний карьер, в конце концов. Айсен, ты энерджилайн? Да ни хреней. Нормально тут энерджилайн. Сейчас рванет тебе. У тебя просто бокситов нет. Сейчас пронесу. В общем, как-то так получается. Значит, титан, разумеется, в плейтбейдинг машину. Все остальное.
Продолжаем. Берем бокситовую руду. Эту в срочном порядке. Там у меня дробители есть. Запихиваем дробитель. Зомби догорит прежде, чем... Не факт. Здесь дверей все равно нет. Ему обходить далеко придется. Так, давайте эту бокситовую руду. Так, как-нибудь дробилку положим. Ну, нет, смотрите-ка. Перестал гореть. Очень интересно. Облачка на ней появились. Глюки, глюки, глюки. Глюки у меня в голове. Ну да, помер. Серьезно, глюки. Надо будет здесь асфальтовые дорожки делать за кадром. А то так вот. Сейчас самый быстрый способ перемещения — это вот так летать. Но как-то это не очень мне нравится. Разумеется. Капсулы. Мои собственные настройки. Не 4 капсулы, не 8, не 16, а 12. Ну что ж, индивидуальность какая-то. Конфигурация греговская, на самом деле, настолько большая, что мне можно столько всего изменить. Это просто нечто. Ну давай, я работаю. Алюминий. Нет, алюминий потом. Алюминий, он, конечно, неплохой ресурс. Но, блин, с моей энергетикой сейчас заниматься алюминием. Так, у нас есть титан. У нас 9. Блин, 9. Да, я вижу. Я на вас смотрю. Мне бы оружие какое-нибудь помощнее, на саблю какую-нибудь. Но не пока приходится только мечтать. И стараться просто не связываться. О! Через 200 секунд выключится система. Тут придется заменить стержни. Урана у нас 178 стержней. Плюс еще есть 12 re-enriched стержней. 14. Потихоньку, это же как и обогатитель работает. Потихоньку работает. 21 Energy Unit за тик использует. Итак, мне нужно... Мне нужно 24 таких Compressed Coil Ball. Поэтому давайте пока добьем вот этого крипера. Ай, мне нужен... Да. Так. Я знаю, где можно поставить кровать, чтобы рядом монстров не было. По лестнице мои еще не научились забираться. Ну что ж, прекрасно. Работа идет. И я бы хотел сделать, конечно, карьер плюс. Берем. Вот у нас есть пульсативный чипсет, Redstone Diamond чипсет. Что у нас еще требуется для Quarry Plus, кроме огромного количества энергии? Вот он, карьер плюс. 16 проволоки, 8 сундуков. Да, не проблема. 8 сундуков — это у нас... Тратили пилу. Как вы знаете, я люблю размах, поэтому 59 сундуков. Почему бы и нет? А их у нас еще 10 было. Окей, окей. Сколько? 17, ладно. Давайте пока что отправимся за резиной. В любое свободное время надо отправиться за резиной. С фермой тогда будет чуть попозже, потому что сейчас мы все-таки упираемся в Industrial Craft, накопление ресурсов, все такое. Ну, конечно, резины я какое-то количество поднакопил, сделал
чуть-чуть запас микросхем, ну, буквально там на 3-4 центрифуги хватит. Центрифуги, конечно, дорогие в плане ресурсов, ну и потребляют энергии, они тоже прилично. Поэтому, с другой стороны, мы можем производить гелий в этих центрифугах. Гелий, ну, я это делал не для термоядерного реактора, который будет, я затрудняюсь сказать, когда, очень дорогой реактор. Гелий, конечно же, нужен для гелиевых охлаждающих стержней. Это не только производство, более выгодное производство оверклокеров, но еще и ядерные реакторы. Ну что ж. Запускаем. Так. А, еще отвечаю на вопрос. Я не использую бридеры и не делаю сразу вот эти нердиплиты уранил цел по 8 штук из урана, потому что этот рецепт запрещен Грэгтехом. И я не собираюсь его включать, потому что это, блин, читерский рецепт. Так что поймите. Вот как-то так я делаю. Извините, я так делаю, потому что считаю так нужным. Ага. Цветочки. И, по-моему, два кусочка железа. Ну, давайте включим эту систему по-быстрому. Потом придется вообще отключить перегонок топлива. О, это все очень быстро делается. Все. Готово. Итак. Смотрим, есть ли у нас. Да, 27 вполне достаточно. Обсидиан. Я не знаю, я считаю, конечно, производство промышленных алмазов низкоэффективным, слишком долгим и трудоемким. То есть использовать промышленные алмазы вместо обычных я буду только в крайнем случае. Но в этой ситуации делать нечего, потому что нужны именно промышленные алмазы, а не какие-либо другие. То есть, если мы посмотрим, алмаз, да, дрель, то только Industrial Diamonds. Давайте пока сделаем продвинутую микросхему. Да, запаса не было, оказывается. Просто три микросхемы. Три микросхемы, это, конечно, никуда не годится. Вот так. Почему у меня капслок? Давайте выключим. И так, продвинутая микросхема. Ай, блин. Нам же для карьеры нужна еще одна. А я только что все ресурсы сбросил. И последняя лазурит. Все, готово. И мы продолжаем. По причине небольших лагов я вынужден был перезагрузить игру. Промышленные алмазы готовы. Опа. Пришагал все-таки ко мне. И давайте сделаем
Так, это у нас вплоть будет в машине все. Видеть, видеть, видеть. Титановая продвинутая микросхема. Все, алмазная трель есть. Теперь. Ух ты, гадина! Так, извините, уважаемые зрители. С монстрами надо разобраться. Это они просто достали. Найти. Так, вроде никто больше не лезет. Хотя. Нам нужно, получается, 7 шестерней. Да, я карьер делаю уже. Какой раз? Раз, два, три, четыре, пять. Семь. Четыре. Раз, два, три, четыре золотые. Три железные. И две алмазные. Раз, два. Все, еще 5 алмазов осталось. Так, золотые, алмазные, продвинутая микросхема, наоборот. А что нам нужно для карьера? Для обычного. Неужели этот чипсет? Алмаз. Ну да, продвинутая микросхема. А, наверное, надо полностью зарядить. Нам не должен быть лопак. Все. Очень странно, что. А, ну да, там. Полностью заряженный и полностью заряженный, там же разница в айдишнике есть. То есть здесь точка один, так скажем. Так, блин. Я чувствую себя идиотом. Вот, да, я идиот. Я большой идиот. Ну, ничего страшного. Каменные шестеренки. Раз, два, три. Ну, вот. Да, я согласен. Это правильно. Да, блин, правильно стальные шестеренки, потому что. Ну, карьер должен быть сложным. Сложным, как не знаю что. Потому что, блин, он очень-очень хорошо работает. И для карьера плюс там еще нужно 8 сундуков, точно. Ну что ж. Давайте сделаем. Уже сделаем. Просто возьмем 8 сундуков и, собственно, так, что у нас еще для карьеры плюс нужно? Ага. И пульсейшн. Сколько? Растон даймонд чипсет, карьер, yellow pipewire. А, yellow pipewire точно уже. Все, у нас появляется карьерчик плюс. Короче, карьерчик плюс – это такая крутая штука, которая работает шустро-шустро. Это, блин, блинский какой-то, уважаемые зрители. Наверное, придется поставить серию на паузу. Ну что ж. Пауза. Жду, пока сделается карьер. И мы продолжаем, уважаемые зрители. Карьер плюс сделан. Пусть на нем не будет никаких улучшений, даже эффективности, но это все равно карьер плюс, который лучше обычного карьера. Поэтому
Давайте его поставим. Для него нам потребуются электрические двигатели. Каждый электрический двигатель, насколько я помню, потребляет по 6 ЮУ за тик. И вырабатывает 2, то есть 1, 3 к 1. Этот же потребляет 12, вырабатывает 12 и потребляет 43. Ну, разница, конечно, есть. Но я думаю, имеет смысл взять пару таких движков. Раз здесь все равно на одном реакторе им слабенько как-то. Также свинтить. Все нормально. Свинтить. Ах, опять забыл нормальную скорость включить. Ну, просто понимаете, что... Когда я оставляю своего персонажа, мне крайне неудобно подходить каждые полчаса его кормить, чтобы он с голоду не сдох. Даже если я его закрою где-нибудь, где зомби не доберутся. О, вот данную машинку за кадром сделал, не успел показать. Ах ты, при свинчивании платы теряются. Ну, забыл? Забыл. Эта штука у нас с собой, это все с собой. Вот он, ключик. И, собственно, нет, эти нам не нужны. Нам нужны вот такие ресурсы. Песок сгрузим пока что. Пока я не забыл, что у меня в сумке песок и руда. Руду давайте. Нет, кремень пока дробить не будем. Так. Все ресурсы сюда кидаем для ядерного реактора. Урановых стержней. Сколько здесь у нас? 11. Давайте еще. Все, полную сумку урановых стержней набрали. Так, давайте свинтим тот реактор. Вот этот реактор. Не, лучше тогда вот этот свинтить. Я бы с радостью этого не делал, но каким еще образом мы сможем получить достаточно ресурсов? Вот незадача. Подлезать тяжело. Ну ладно, уважаемые зрители. Мы чуть-чуть подождем. А, больше некуда складывать. Все. У нас все с собой. Для реактора, кажется, все, что нужно, есть. Еще и в сумочке полно барахла. Ну что ж, уважаемые зрители. Я поставлю карьер в следующей серии. А эта серия уже довольно длинная. Так что... До свидания, с вами был Самоель. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.